Всем добрый день, меня зовут Елена, и сегодня мы с вами будем рисовать интерьер кафе с использованием маркеров Sketch Markers. Как у нас пройдет сегодняшний урок? Вначале я немножко расскажу вам теоретически по поводу маркеров, да, как они устроены, как ими можно пользоваться. Дальше мы с вами немного поговорим про интерьер, да, как его лучше скомпоновать, какой сделать отбор средств, и потом уже будем рисовать. Я буду в процессе, да, делать какие-то зарисовки, чтобы нам было удобнее. Вот, но сейчас начну с самих маркеров. Итак, вот на самом деле, вот у меня здесь целый набор их, которые я буду использовать. Здесь, в принципе, есть два основных вида. Итак, первый вид скетч-маркеров, во-первых, это спиртовые маркеры. Это достаточно важно, потому что кто, если уже как-то работал с маркером, знает, что есть, в общем-то, как бы сказать, два основных типа маркеров. Есть акварельные маркеры на воде, да, и есть спиртовые на спиртовой основе. Мы будем с вами работать именно спиртовыми. И если вы будете делать работу маркером, не стоит смешивать эти два типа. Но, с другой стороны, смешивать какие-то спиртовые маркеры между собой вполне можно. Итак, скетч-маркер. Что у нас тут есть? У нас есть, во-первых, два наконечника. Один вот такой вот, достаточно тоненький, хотя он выглядит таким пухлым, но он достаточно, смотрите, он достаточно тонкую линию, при том, что им же можно провести и достаточно толстую линию. Но он сделан, то есть и вот так же, например, поштриховать им вполне можно. И есть второй наконечник, он потолще. Они, кстати, тут вот как раз-таки обозначены. Он потолще, по нему вот видно, да. И он тоже, он, с одной стороны, дает вот такую прекрасную толстую линию, но им же можно делать... Да, и совершенно вообще какие-то разные линии. То есть всего два наконечника, но мы сделали уже целый ряд разных линий. Это один вид маркеров. Он как раз предназначен в первую очередь, то есть такого рода маркеры, они предназначены как раз для вот, выполнения такого рисунка. Вот, например, сейчас я вам покажу пример. Как раз таки. Вот, например, да, я имею в виду для выполнения вот такого рода работ, да, то есть именно как раз с интерьерами, да, то есть вот такие вот маркеры, у которых два вот таких наконечника, они предназначены для, в первую очередь, для вот такого рода рисунков. Есть второй тип, опять же, скетч-маркера. Он точно, он называется скетч-маркер браш. Собственно, название отчасти говорит само за себя. Здесь тоже два наконечника, они тоже указаны. Первый такой же. Да, мы тоже можем проводить им вот разные линии. И второй, собственно, браш, собственно, кисточка. Вот он, видите? Он вообще прекрасен, потому что он реально кисточка. Сейчас я возьму еще один поярче, чтобы вам показать. Видите, какой получается потрясающий разброс, да, то есть от темного к светлому, да, то есть стоит только чуть больше нажать, и остается такой след. Это одна сторона. Кроме этого, кисточка позволяет, да, нам вести такие же тонкие линии, то есть совершенно, ну, собственно, как кисточка, да, в общем, хотя на самом деле это не кисточка, да, то есть это не такая кисть, как, так сказать, обычная кисточка, да, но она очень мягкая. Собственно, вот если, сейчас вам даже покажу. Может, а можно даже, да, вот видите, она достаточно сильно гнется. Вот, то есть, и вот, вот опять же, можно вот ее вот так же погнуть, кстати, и использовать, например, и таким же образом тоже. То есть, это вообще очень функциональная вещь, очень классная. То есть, можно делать и фактуры, можно делать вот какие-то такие штуки. И, собственно, вот такой тип маркеров, он предназначен для, в общем-то, как раз... Даже во многом не для интерьеров, а для рисунков, вот, например, да, для фэшн-иллюстрации, да, для рисования каких-то таких вот более каких-то таких живых вещей. Например, вот там, трава, какие-то листья, цветы, например, человек, одежда, волосы. То есть какие-то вот совершенно такие вот как бы неровные, да, вещи. В то время как вот другой вид, да, он предназначен для проведения вот именно ровных линий. Мы с вами на самом деле будем, в принципе, кто нам мешает сочетать эти два типа маркеров, да, в том же, например, зарисовки интерьера. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня сделали, вот возьму за основу вот эту фотографию, но это не значит, что мы с вами будем делать один в один, да, мы просто возьмем отсюда то, что нам нравится, точно так же, как если бы мы с вами действительно вот сидели бы в кафе и, в общем-то,
что достаточно важно, да? Вот перед нами, да, вот как бы живое кафе, да, здесь очень много разных элементов, освещение, да, какие-то предметы, часть из них достаточно сложная, да, какие-то переходы. Надо сделать отбор. Потому что если у вас нет там 6-7 часов, да, на то, чтобы сделать какой-то такой прям рисунок детальный, то лучше, так как мы делаем, да, по сути, зарисовку, скетч, да, такую достаточно, в общем-то, быструю работу, надо сделать отбор того, что мы хотим нарисовать. Это первое. То есть, например, вот я, например, смотрю, мне вот не очень нравятся вот эти лампы. Да, вот я не понимаю, как их нарисовать, вот тут что-то такое. Мне непонятно, например. Значит, я не буду это делать. В то же время, например, мне вот очень нравится кирпичная вот эта стенка. Я очень хочу ее сделать. То есть надо ориентироваться обязательно на то, что, во-первых, вы можете делать. То есть какой смысл, да, рисовать какие-то вещи, которые, ну, как бы изначально не получится, да? То есть, ну, я имею в виду, либо потренироваться тогда, но если уж мы хотим сделать как бы какую-то готовую вещь, да, то лучше действительно посмотреть, что у нас получится, в чем мы уверены, и это сделать. Или, например, какие-то вот тут подушки, да, они, в принципе, прикольные, но вот не как-то вот какая-то форма, их так много тут, например, да, как-то вот они тут много, их если нарисовать, будет каша. Поэтому почему мне не взять и сделать, например, две подушки или три, а не вот перерисовывать, например, их прям все, как они есть, да. А с другой стороны, например, вот тут на столах нет ничего, а я, может быть, хочу нарисовать, да, чтобы у меня на столе там стояла, например, чашка с кофе. Опять же, совершенно спокойно могу так сделать. И точно так же касается, например, даже каких-то и цветов, и освещения, да. То есть, конечно, если мы хотим сделать реалистично, то, конечно, надо постараться передать освещение, то есть видно, например, да, что источник света у нас из окошка, да, вот здесь у нас светло, свет попадает, да, на столы, попадает немного на пол, на стол, а тут у нас достаточно темно. Мы с вами сейчас вот в процессе попытаемся это сделать, но в принципе достаточно тяжело передать такое освещение, поэтому совершенно не обязательно делать его вот прям вот таким. То есть вот сейчас я, ну, вот вернусь вот к тому предыдущему рисунку. Вот смотрите, да? Очень классно, декоративно, красиво. Тут вот нет какого-то четкого освещения, такого вот сложного. При этом все очень здорово сделано. То есть совершенно не обязательно, опять же, вот повторюсь, делать то, что не получается. Лучше сконцентрироваться на том, что выходит хорошо. И еще такой важный момент, возвращаясь именно к маркерам, это то, что в нашей работе очень важно будет, во-первых, она во многом рассчитана на использование каких-то приемов в работе маркерами, да, и она должна быть аккуратная, то есть вот как раз такой план, то есть совершенно не обязательно делать какую-то сложную вещь, но вот если посмотреть, видите, очень здорово, очень аккуратно сделано, да, то есть никуда ничего не заезжает, да, вот, то есть совершенно четко продумано, все линии, все четко идут. Это очень важно вот и в работе маркерами, в принципе, это важно в графике, и это также важно именно в изображении интерьера. То есть, если мы, например, с вами рисовали какой-нибудь там, например, не городской пейзаж, да, например, какие-то деревья, там, воду, мы могли бы, может быть, себе позволить, да, какие-то разводы. Но тут у нас, в общем-то, неодушевленные предметы, они все четкие, поэтому мы должны будем как-то достаточно так же четко их нарисовать. Сейчас вернусь немножко к тому, как мы, что, как бы, какие приемы мы можем делать маркерами. Итак, смотрите, нам в работе, по сути, вот я опять же сейчас вернусь вот к этому рисунку, не так много надо будет с вами нарисовать, но нам надо будет с вами решить, каким как бы художественным приемом мы будем это делать. В данном случае я подразумеваю то, каким образом мы с вами будем вести маркер. То есть что у нас может быть? Например, да, мы можем с вами вести в одну сторону линии, можем с вами вести в другую сторону линии. Можем вести цельно, да? Можем вести с расстоянием. То есть, да, здесь у нас цельно, здесь мы постепенно увеличим расстояние, да? Можно сделать несколько слоев. Да, будет немножко потемнее. Соответственно, тут же при этом можно где-то оставить, это будет как блик. То есть одним и тем же маркером можем создать совершенно разные фактуры. Это причем даже не фактура в чистом виде, это просто мы по-разному закрашиваем. Да? Если мы хотим делать какую-то фактуру, вот, например, те же, кстати, кирпичи. Да? Смотрите. Тут можно, на самом деле, использовать такой немножко еще другой прием. То есть можно совершенно не обязательно сразу пытаться сделать вот законченный какой-то рисунок. То есть, например, вот мы можем с вами
Вот как здесь, если присмотреть, смотрите, как здорово сделано. Здесь взят цвет, найден как бы маркер, да, который подходит по цвету. Вот даже там два маркера, да, вот здесь потемнее, здесь посветлее. Закрашено, все аккуратненько закрашено. После чего, если, надеюсь, вам видно, да, сделаны белые прожилки, которые белые и темные прожилки, которые, собственно говоря, обозначают кирпич. То есть это, в принципе, отличный ход. И, собственно, для этого мы с вами можем использовать, собственно говоря, клинер. Я думаю, собственно, знаете, что это такое. Вот они бывают разные. Вот я, например, использую всякие разные. Вот. Тут вы, в принципе, смотрите, да, как вам больше нравится. Вот что я имею в виду, да, то есть после того, как мы с вами сделали какое-то пятно маркером, да, ничто нам не мешает сделать линером добавить, да, какую-то фактуру. Надеюсь, что видно, вот видите, да? То есть, в принципе, это тоже очень хороший прием. То есть, можно сделать сначала пятно, а потом взять, да, линер или, например, не знаю, там какой-то, то есть, там, шариковую ручку, в принципе, все что угодно, да, и добавить еще какие-то такие тонкие элементы. Точно так же можно использовать, это у нас был темный элемент, но точно так же можно использовать и белый. Можно использовать для этого как белую ручку, можно использовать, например, белую темперу или белую тушь, да, то есть что-то белое. Это тоже очень классная вещь, потому что, во-первых, нам с вами, сейчас еще покажу пример, где мы можем использовать с вами белый. Вот смотрите, видите, и зарисовка тоже. Например, да, при использовании каких-то как раз-таки стеклянных, например, поверхностей, да, то есть там, где нам надо либо сделать действительно какое-то вот светлое пятно, вот как вот здесь, да, например, либо, если даже брать вот то кафе, которое я хочу сделать. Вот присмотритесь, видите, вот здесь, например, да, у нас на полу, из-за того, что падает цвет, да, пол становится немножко посветлее. Иногда бывает тяжело сделать свет маркером, потому что, ну, вот просто вот сделали, ну, перетемнили что-то, да, то есть как-то не рассчитали, всякое может быть. И можно использовать белый для того, чтобы осветлить тон. Скажу, что я имею в виду. Конечно, понятно, как бы в профессиональной работе в такой, да, желательно, ну, как стараться сразу делать нужный тон. Но, в принципе, как прием это тоже можно использовать. Главное, чтобы это было сделано также аккуратно. Вот у нас есть с вами темпера, вот она. Немножко водички. Разводим темперу. Я вам советую отдельно, да, вот на бумажке посмотреть, чтобы нам нужно с вами, чтобы у нас получился такой некий полупрозрачный слой краски. Видите, что получается? Да, видно плохо, потому что так и должно быть, да. То есть я чуть-чуть высветляю, не закрашиваю белым, а просто делаю. Сейчас я поближе покажу. Видите, да? То есть чуть-чуть. На самом деле смотрится очень здорово. То есть если нам надо действительно показать какие-то, может быть, глянцевые поверхности, да, просто какие-то переходы, просто хочется нам разбить вот эту поверхность, да, сделать ее как-то интереснее. Очень классно использовать вот такие вот белые. Но именно в данном случае я вам советую действительно использовать какую-то краску, либо белую тушь и кисточку, потому что маркером, если кто-то сталкивался с белыми маркерами, они всегда, как бы, они полностью перекрывают. То есть нет таких полупрозрачных белых маркеров, к сожалению. Вот. Поэтому если для полупрозрачного, то можно использовать вот именно кисточку. Если же нам надо действительно, может быть, нам надо совсем белый. Вот я хочу какой-нибудь блик поставить. Блики, кстати, тоже вещь важная. То тогда, конечно, можно использовать как кисточку, так и белый маркер, белую ручку, то есть любые какие-то средства, которые позволяют провести белый. По поводу бликов тоже очень хорошая вещь. То есть, например, когда мы с вами, опять же, маркером что-то сделали, да, мы всегда можем потом
добавить буквально пару точечек. И да, будут какие-то блики, либо опять же, даже опять же какая-то фактура. То есть можем добавить вот для чего угодно, в принципе. Повторюсь, потому что действительно достаточно сложно было сделать какую-то фактуру, используя именно только маркеры. Хотя, конечно, естественно, если стараться и тренироваться, то все можно сделать. Вот это что касается самих приемов. Но по поводу фактур, если мы все-таки хотим что-то делать маркерами. Да, например, вот какие-то такие вот вещи или да, вот какие-то переходы. Точно так же можно сделать маркер. Например, могу показать очень хороший прием, который он достаточно сложный, но классный. И мы, например, вот можем даже где-то вот здесь, например, его использовать. Это переход, собственно, от одного цвета к другому. Для этого нам с вами надо... Вот мы переходим к такому важному моменту, как, собственно говоря, цвета маркеров. Ну, как говорится, маркеров много не бывает. Поэтому чем их больше, тем лучше. Это не значит, что надо в каждой работе использовать все. Но чтобы у вас был выбор, лучше иметь их побольше. То есть, например, если у вас есть акварельные краски, то вы, вот у вас есть их сколько-то цветов, вы смешали, да, и получили какой угодно цвет, то тут, к сожалению, у нас такой возможности нет. То есть у нас маркеры, они, собственно, это рассчитаны, они имеют готовые цвета, готовые оттенки. Поэтому ваша задача будет действительно найти для себя какие-то похожие оттенки, чтобы максимально точно передать какую-то вот картину, да, которую мы хотим сделать. И вот если я хочу, например, сделать переход, я сейчас покажу, что я имею в виду. Смотрите, да, например, вот та же стена, да, вот. В принципе, вот она же, если присмотреться, да, мало того, что она кирпичная, так она еще ни одного же цвета. Она такая немножко какая-то, да, где-то более рыжая, где-то какой-то желтоватый, так. То есть какие-то переходы цветов. Я, например, хочу это сделать. Как я могу это сделать маркером? Для этого, опять же, ищем, да, похожие какие-то цвета. Похожие, что я имею в виду под похожими? Я имею в виду, в первую очередь, если вы хотите действительно делать, ну, даже не только интерьеры, но во многом интерьеры, надо понимать, что кроме цветов, да, например, типа холодных цветов, есть у цветов обязательно тон. То есть какие-то цвета сейчас светлые, какие-то темные. Например, вот. Такой, например, да, вот. Такой достаточно светлый. Да, например, а вот если я возьму какой-нибудь... Видите, он просто темнее. То есть, если мы сделали с вами черно-белую фотографию, это был бы темно-серый кусок, а это был бы светло-серый. Это важно помнить, потому что действительно, если... То есть, мы все равно рисунок воспринимаем за счет тона. Да? Если вы посмотрите даже, видно, что есть какие-то вот светлые части. Да? Вот представьте, что у нас нет цветов здесь, просто вот что-то черно-белое, да? Монохромное. Светлое, 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 потемнее. Светлое, светлое, тут потемнее, тут совсем темно, там тут тоже очень темно. То есть, на самом деле, обязательно надо рассматривать работу в таком ключе, то есть темно-светло. И в подборе маркеров это очень важно. Почему это важно, помимо того, что как бы, ну что было похоже, да? В маркерах, к сожалению, такая же ситуация сложная, как в акварели. То есть всегда начинаем со светлых, потому что если я вот как вот здесь, да, если у меня, например, в начале, то есть если у меня в начале есть светлый цвет, я всегда могу добавить к нему темного. Без проблем, перекрою, красиво, все здорово. Но если же у меня есть темный цвет, то я, к сожалению, уже ничего принципиально... То есть, конечно, он немножко изменится, но я не смогу сделать его светлым. Да, вот видите, он поменял цвет, красиво очень получилось. Но он остался темным. И в этом вот есть такая достаточно сложность, да, потому что, то есть, поэтому обязательно нужно вести работу от светлых к темным. Либо сразу... Представляете себе так, значит, вот здесь я возьму такой темный-темный цвет, то есть вы уже тогда как бы отдельно попробовали, и тогда переносим уже на бумагу, зная точно, что мы делаем. Вот, теперь по поводу перехода цвета. Давайте посмотрим. Вот, например, беру, ну вот у меня, например, два голубеньких. Если вы хотите делать... переход цветов, то я вам советую делать его вот именно маркерами, которые вот с таким вот наконечником, с толстым. Потому что маркеры, которые кисточка,
Они, знаете, такие вот как кисточка, они очень деликатные, то есть они вот ведут линии, то есть вы не сможете ими, они не предназначены для того, чтобы закрашивать большие поверхности, они предназначены для того, чтобы делать красиво, вот деликатные переходы такие. То есть если мы хотим с вами закрасить стену, нам надо будет использовать вот такие вот маркеры, которые с широким наконечником. Итак, вот я хочу сделать какой-то переход. Во-первых, например, можно сделать вот так. Сейчас я чуть-чуть поменяю листик. Так, например, я беру с одной стороны, веду вот один цвет, с другой стороны подключаю другой цвет. И заезжаю одним цветом на другой. Потом прохожусь еще раз, особенно вот то место, которое у меня, где они пересекаются, я на него усиленно несколько слоев кладу цвета. Можно здесь там еще как-то пройтись. И вот видите, да, получается совершенно прекрасный такой градиент, да, от одного к другому. То есть что здесь важно? Во-первых, скорость, то есть нужно вот так, не отрываясь, все это делать. И второе, очень важно, чтобы маркер у вас, то есть почему мы делаем несколько слоев? То есть если я положу, вот, например, сейчас покажу. Я думаю, видите, да, такие остаются переходы, да, то есть как видно след от маркера. Поэтому, потому что он, когда мы кладем один слой, он сразу высыхает и остается, ну, вот как есть. То есть это тоже здорово, да, это создает фактуру. Но если мы не хотим фактуру, хотим вот плавно сделать, то надо стараться класть несколько слоев, потому что пока маркер не высох, он тогда позволяет, так сказать, себя размазать немножко. Как только он высыхает, он уже, вы так не сможете сделать, и у вас вот останутся такие вот следы. То есть нам надо помнить, да, что все вот эти возможности, это и плюс, и минус, в зависимости от ситуации. То есть это по-своему красиво, когда нужно, да, когда не нужно, соответственно, не стоит это использовать. Кстати, вот этот же прием можно очень классно делать, например, те же кирпичи. Вот смотрите, например. Если мы сделаем вот какой-нибудь сейчас. Ну, ладно, возьмем, собственно, вот этот же цвет. Он хороший, яркий очень. То есть, например, получилась фактура. Даже вот это можно использовать, если вот здесь же еще раз пройтись. Тоже получилась фактура. Даже вот эту штуку, например, вот, которую у нас мы можем сделать, тоже добавим, если, например, вот, вот так вот аккуратненько даже сделаем. Видите, тоже получилось очень классно. Смотрите, тут у нас получилась такая составная, да, фактура. То есть мы сначала сделали одним цветом, после чего взяли, да, то есть как бы залили одним цветом, потом взяли маркер и сделали фактуру уже другим каким-то цветом. Тоже очень здорово. То есть, в принципе, как видите, да, не можно не сразу пытаться делать законченно, а как бы несколько просто использовать последовательных действий. Итак, это что касается техники. Ну, в процессе сейчас еще рассмотрим, да, какие-то варианты. Теперь по поводу самого интерьера. Ну, так как у нас в первую очередь действительно будет работа маркером, да, то я сейчас не буду очень как бы останавливаться на рисунке, да, потому что это отдельная тема, конечно, разумеется. Но что можно сказать? Во-первых, тут есть два варианта, да, то есть так как мы делаем зарисовку, мы не обязаны с вами делать прям точно архитектурно, да, все вымерять по миллиметрам, нет, да, мы должны сделать именно наше впечатление от нее, да, что мы здесь видим? Мы видим вот такое большое окно, да, то есть оно примерно. Мы уже смотрим, да, вот, например, у нас здесь, да, вот здесь оно чуть шире, здесь чуть уже, отмечаем. Смотрим, например, на каком уровне окно заканчивается. То есть вот, вот оно заканчивается. Это нижняя часть, да, здесь у нас находится как раз здесь пол, здесь же столы. То есть смотрите, что у нас получается. Сейчас. Так, сейчас листик поменяю. Это я здесь нам оставлю, чтобы напомнить. Теперь вот еще такой важный момент по поводу того, чем мы рисуем. Смотрите, если будете рисовать карандашом, то очень как бы советую делать это аккуратно, потому что, к сожалению, маркеры, когда... Еще один технический момент, просто будет очень обидно, если так получится.
Если мы, например, смотрите, сами сделаем такой рисунок, тут что-то у нас размазалось, да, вот мы что-то настирали, то есть такая какая-то грязная получилась ситуация, да. Если мы сверху пройдемся маркерами, то, во-первых, маркер, он тоже, к сожалению, пачкается, ну, немножко он испачкается от этого. Плюс, если вы видите, все, карандаш не убрать. То есть, если вдруг вы не рассчитывали, да, что вам этот вот карандаш, ну, то есть он вот, ну, вам не нужен этот рисунок, да, вы хотели его потом убрать, то, к сожалению, это не получится. Поэтому надо обязательно следить за своим рисунком. То есть, возможно, сделать, конечно, хороший вариант, да, сделать рисунок на одном листе, после чего его перевести аккуратненько на другой лист и уже на нем делать маркер. Но если такой возможности нет, если мы действительно делаем зарисовку, да, значит, надо стараться как-то аккуратнее делать это сразу, либо даже если вы вот много всего начертили, просто с резинкой стереть, то есть чтобы у вас по факту на листе особенно ничего не осталось. Так, смотрим, что у нас получается. Итак, да, у нас есть окно, стена. Тут, на самом деле, вы можете делать, как бы сказать, в меру своих и возможностей, и желания. То есть совершенно не обязательно, опять же, делать все ровно. Да, можно сделать действительно даже как-то криво изначально, сделать это неким, ну, приемом, да, таким, то есть, что действительно не архитектурно правильно, да, у вас не с перспективы, а просто вы делаете зарисовку такую более декоративную. То есть, в принципе, тут смотрите, кому как больше нравится. И в зависимости, конечно, от обстоятельств, то есть, где вы находитесь. И вот, я сейчас, я думаю, что вы плохо видите мой карандаш, но я сейчас как бы, так, сейчас попробую как-то лучше с вами сделать. В общем, давайте так сделаем, да, потому что я показываю здесь вам, поэтому у меня получится несколько ярче и, возможно, ну, как сказать, будет не очень удобно. То есть я вам не советую так же рисовать, да, то есть вы когда будете делать отдельно, я вам советую делать более деликатно, я сделаю пожестче, поярче, ну, чтобы нам просто было видно. Так. Смотрите, да, когда будете как-то, ну, как делить на части, да, ориентируйтесь на то, что вам больше нравится. То есть, кому что удобнее. Например, я хочу сейчас поделить окно, вот, например, да, вот, смотрите, какие удобные штуки, можно их сделать, и сразу, например, смотрите, вот идет балка, да, и она находится посреди стола. То есть, очень удобно. Сделали балку, сразу же можно сделать стол, например, да, второй стол, вот, смотрите, проводим балку, второй стол, да, находится немножко вот в сторону. Это достаточно, почему советую так использовать, потому что очень тяжело сходу нарисовать интерьер, очень много предметов, и мы не знаем, то есть они все друг от друга как-то расположены, на что ориентироваться. Вот, например, лампа, где она будет, здесь она или здесь. То есть мы, например, можем, вот она здесь, можем провести какой-то, посмотреть, например, вот у нас с вами угол, да, вот здесь, и вот лампа, она вот прям попадает сюда, то есть в принципе это какой-то ориентир. Или, например, вот, например, вот эта вот лестница, да, вот, например, я тоже провожу линию, вот, прям попадает в лампу. То есть они вот находятся, да, здесь на одном уровне. Это очень удобно, потому что надо использовать в рисунке все возможности, как бы все, что нам может пригодиться, все можно использовать.
Заметьте, да, что я сначала нахожу какие-то достаточно большие формы, да, естественно, в любом случае не начинаю, да, там, с каких-то подушек, да, чего-то такого. То есть намечаю какие-то основные, да, по сути, намечаю сначала конструкцию помещения, ну, и там столы, да, как бы, как такое что-то важное. Причем, заметьте, смотрите, я намечаю столы, но не намечаю пока стулья. Почему? Потому что у столов, вот смотрите, у них, во-первых, то есть они какую-то такую четкую имеют форму, надо, ну, вот эту овальную, да, и ее очень хорошо видно, она помогает нам в рисунке. А стулья, они такие сложные, да, тут ножки вот эти в разные стороны. Если я сейчас начну их тут прорисовывать вначале, да, это мне просто будет, ну, усложнить задачу. И второй момент, например, который, ну, вот лично вот мне так, да, мне, например, вот не очень, может быть, нравятся эти стулья, да, то есть я пока вот не знаю, буду ли я их рисовать вообще, да. И я поэтому пока их не намечаю, то есть я намечаю ровно то, что мне нравится. Я вам также очень советую, потому что обязательно, конечно, нужно получать удовольствие от того, что вы делаете, да, и поэтому отбор, он тоже в этом плане очень помогает. Так. Ну вот после того, как, например, мы отметили себе, да, какие-то самые основные моменты, теперь можно более детально продумать, посмотреть, например, какие-то вещи, которые мы действительно будем прорисовывать, например, вот лампы, да, или которые мы вот не будем прорисовывать, то есть мы тогда их не рисуем, да, то есть смотрим уже, что нас больше интересует. И заодно не забывайте сразу, например, вот когда будете об этом думать, думать сразу в материале. То есть я, например, действительно очень хочу, например, вот сделать вот эту стенку. Я сразу точно знаю, да, у меня здесь будет стенка. Смотрите, какая замечательная стена там. Вот, видите, она тоже она деревянная, то есть она какая-то фактурная. Почему бы нет? Можно тоже очень классно ее сделать. Я тоже ее имею в виду, что она здесь будет. Замечательные ступеньки, они тоже какие-то деревянные, тут, может быть, даже, может быть, каменные, неважно, да, мне вот они очень нравятся, их можно тоже интересно сделать, вот с такими, да, они с прожилками. Я тоже их имею в виду, они мне очень нравятся, да, то есть обязательно смотрите, сразу думайте, как бы вот, как это будет выглядеть. Так. Вот, по поводу, например, смотрите, вот всякие вот такие вот штуки, как вот, например, те же вот стулья или вот, собственно, ножка у столов, да, она такая сложная. То есть тут такой вариант, конечно, либо, ну, как-то постараться это передать, да, как оно есть, то есть как-то построить это, либо сделать такой более скетчевый вариант, то есть взять, как бы, как видим, да, то есть вот какой-то здесь у меня есть объем. То есть не привлекать к этому, так сказать, внимания какого-то. Сделать какую-то самую-самую общую форму. И просто в процессе просто не привлекать к этому внимания. То есть мы сделаем с вами акцент на другом, а как бы вот, например, вот эти моменты мы их просто не покажем, да? Но опять же, кто хочет, кому нравятся какие-то детали, очень советую сделать. То есть это очень, конечно, красиво смотрится, когда мы прорисовываем какие-то вот такие вот всякие вот такие штуки, да? Тут вы смотрите больше на ваше собственное желание. Так, сейчас немножко еще. Но, кстати, повторюсь, что очень важно вот на этом, ну, пока мы делаем рисунок, да, все-таки для себя определить, как бы, хорошо ли у вас получилось, правильно, неправильно, да, потому что потом достаточно тяжело будет что-то исправить, потому что, ну, будем уже закрашивать и уже вот, ну, никак будет не сделать. Так. Так что подушечки на самом деле очень хорошие. Можно даже как-то взять и сделать что-то от себя немножко. И вот, например, кстати, смотрите, тоже еще какой замечательный прием можно использовать. Ну, вот я подушки рисую от себя, да. Я могу с ней же сделать еще замечательно, если могу показать некую такую тоже перспективу. То есть подушки, которые впереди, они крупнее, а подушки, которые подальше, они немножко поменьше. По сути, я могу, например, пропустить, сделать там какую-нибудь вот такую
То есть сразу как будет тоже ощущение, да, во-первых, перспектива. То есть перспективу на самом деле можно передать либо действительно как бы вот таким вот способом, когда у нас линии, да, активно сходятся, так и за счет разницы в размерах объектов. То есть стол, который спереди, он большой, стол, который там вдалеке, он поменьше. И это очень здорово. То есть здесь вот очень хорошо видна перспектива. Иногда бывает, когда... Сейчас попробую показать пример. Если, например, у нас действительно просто на переднем плане что-то, оно больше. Вот сейчас мне так не найти. А, ну вот, вот, хороший вариант. Смотрите, даже можно людей взять. Вот смотрите, у нас тут вот кафе, то есть тоже вот на переднем плане вот стойка. Вот один человек, он явно большой. И вот там вдалеке люди, они такие маленькие уже, да, то есть в принципе никакого какого-то перспективного построения мы здесь не сделаем. Но за счет просто разницы в размерах людей очень классно можно передать сразу пространство. Но это, опять же, зависит от ситуации. Так. Ну вот, например, у меня какая-то основа готова. Теперь обязательно убираю всякие линии, чтобы осталось только ровно то, что мне нужно. Вообще, в принципе, смотрите, вы можете, опять же, в силу своих каких-то возможностей, можно вообще почти все линии убрать. То есть если вы даже прям помните, как у вас что выглядит, чем меньше останется линий, тем лучше. А можно и наоборот, можно сделать это какой-то фишкой, да, и оставить вот эти линии, да, как прием. Но тоже надо смотреть аккуратно, чтобы не выглядело совсем как каша какая-то. Но почему нет? То есть на самом деле можно в процессе сделать это каким-то своим стилем. Вот, например, смотрите, да, вот здесь, то есть у нас какие-то красивые линии, мне понравится, красиво получилось вот здесь так. Почему мне это не оставить, да? То есть это может быть какая-то, то есть мы можем с вами делать фактуру, когда мы рисуем маркерами, не только самими маркерами, да, линерами, то есть кисточкой и, в принципе, карандашом тоже. То есть никто нам не мешает, да, добавить, то есть оставить вот эти линии, да, какие-то вот штриховку какую-то. Она тоже может быть очень красивой, но если она хорошо получилась, конечно. Вот, обязательно стирайте по возможности все линии там, где должен быть свет. То есть вот на каких-то светлых поверхностях, потому что очень, то есть если у нас темный маркер, ну, можно догадаться, он легко перекроет как карандаш, да, будет мало заметно. Но если у нас светлые цвета, то очень будет тяжело, то есть все линии будут видны, поэтому надо обязательно убирать их. Или, например, на каких-то поверхностях, вот тоже каких-то там, глянцевых, да, где мы хотим какую-то фактуру сделать, где нам важно, чтобы был чистый лист, тоже надо стараться. Так, я, наверное, даже вот сейчас, например, вот эти вот ножки, да, я их уберу, потому что вот они мне здесь мешают, и я могу сделать их потом. То есть я хочу вначале сейчас сделать основные поверхности, да, основные, например, вот эту вот стенку, да, пол сделать, а уже потом я сделаю ножки. То есть вот я даже сейчас пробую, понимаю, что мне так неудобно. Положим. Убрали? Так, что мы делаем дальше? Теперь нам надо, как фактически в любом рисунке, нам нужно вначале с вами найти, да, какие-то основные цвета для основных больших поверхностей. То есть всегда начиная с больших кусков, постепенно, да, переходим к каким-то детализациям. То есть всякие вот эти штуки, конечно, мы делаем в самом конце. То есть сейчас можно временно пока оставить этот лист в покое и заняться на отдельном листе. Я вам очень советую, да, иметь отдельный лист, вот как, да, вот с какими-то и с фактурами. И на отдельном листе продумать, как вы будете это делать. То есть, по сути,
я, ну, действительно очень вам советую вот сначала вот этот рисунок, да, по частям сделать отдельно. То есть подумать, нарисовать, как мы сделали кирпичики, попробовать сделать вот эту стенку, а уже потом сразу раз и перенести это на готовый рисунок, и тогда, в принципе, очень здорово получится. То есть по факту нам не так много с вами здесь надо рисовать, но подумать, как это сделать, это вот достаточно важно. Итак, сейчас найдем, значит, с вами. То есть что у нас здесь получается? У нас есть кирпичная стенка, у нас есть вот эта стенка, на нее нам тоже нужно несколько цветов. У нас есть с вами пол, вот этот вот. Можно тоже постараться его красиво сделать, он какой-то такой темный, да, вот со светлым пятном. Есть, и вот есть вот эта часть, да. Ну, в общем-то, ну, здесь тоже достаточно темная лесенка, да. Но на самом деле совершенно не обязательно, опять же, рисовать все. Если мы хотя бы с вами даже сделаем часть в цвете, а, например, вот пол не будем делать, просто нарисуем, оставим его белым, вот линейно. Почему нет? Это графика, мы вполне можем себе позволить. Так, сейчас я хочу как раз посмотреть. Так, итак. Ну, например, кирпичики, да? Смотрим, вот у меня есть всякие цвета. Сейчас мы с вами найдем. Во-первых, смотрите, да? Очень красиво можно сделать то, что вот я хочу это сделать. Видите, так как свет падает, здесь светло, здесь немножко потемнее. Мне кажется, очень здорово можно это сделать. Итак, находим себе самый какой-то светлый цвет. Вот, я вам советую обязательно, как бы, ну, вот не брать маркер, вот взяли-то, ага, вот такой желтый мне подойдет. Обязательно открывайте и смотрите, потому что, конечно, колпачок, он дает представление о цвете, да, ну, я имею в виду, если вы наизусть не помните, да, какие-то номера, какой они цвет имеют, то колпачок, он не полностью передает оттенок цвета, поэтому обязательно надо открыть и посмотреть, какой он по факту. Вот, советую вам, кстати, также, вот, когда будете смотреть маркеры, подбирать цвета, рядышком вот их надо так прикладывать, смотреть, как вот они, ага, как вот они между собой смотрятся, да, потому что он отдельно, один сам по себе хорошо выглядит, но стоит к нему, да, положить какой-то другой цвет, и мы сразу можем понять, как они именно, то, что все равно в рисунке у нас будет именно сочетание цветов, а не по отдельности. Вот сейчас давайте тогда, собственно, можем начать с этой стенки. Очень, кстати, важно организовать себе место, даже где бы вы ни находились, даже если бы вы делали сами зарисовку в кафе. Очень важно, чтобы то место, на котором вы рисуете, да, чтобы вам ничего не мешало. Там вот какие-то вот, например, пятна от, да, например, от предыдущего рисунка, да, потому что они будут отвлекать тоже. То есть надо иметь чистый лист, видеть, что происходит. Итак, мы вспоминаем вот тот прием, да, с переходом цветов. Я его хочу здесь применить, начиная с каких-то самых светлых. Причем, смотрите, я даже могу использовать, вот, например, разные типы. То есть я могу сейчас хочу использовать и маркер, который с кисточкой, и маркер, который вот с таким широким наконечником, с долотом. Вот, начиная светлый, я буду использовать кисточку. Смотрите, еще такой момент. Вот у меня здесь вот это вот
собственно, стена, что хочу сказать, очень важно, чтобы у нас были с вами достаточно четкие, то есть мы внутри любого объекта можем разводить какую угодно фактуру, но контуры объекта должны быть достаточно четкие. Это вот действительно очень важно, и за счет этого рисунок будет смотреться хорошо. Поэтому, то есть, ну, это как бы есть несколько способов это сделать. То есть, вот я сейчас спокойно что-то здесь калякаю, потому что у меня здесь будет темная стена. Но я знаю, что я спокойно просто перекрою, да, более темным цветом, я не напрягаюсь на эту тему. Но если вдруг у нас с вами вот получилось, что нам нужно обязательно, чтобы как бы был такой четкий, да, четкое окончание рисунка, я вам покажу хороший момент, как это, ну, чуть попозже, как можно это сделать. Но пока я совершенно спокойно делаю, как мне удобно. Так, и вот сейчас мы перейдем к каким-то более темным цветам. Вот, очень вам советую, смотрите, я сейчас сделаю пока вот, у меня тут какой-то, да, просто какие-то основные цвета, которые мне хотелось бы здесь иметь. Я вам очень советую, помимо цветов, вот, ну, как бы цветных таких маркеров, обязательно иметь набор серых маркеров. Хотя бы несколько, там, темный серый, посветлее, там, еще посветлее. Или какие-то такие немножко голубоватые цвета. Это очень хорошая вещь, потому что, сейчас покажу почему, потому что очень многие тональные переходы удобно делать именно ими, не цветом, а именно вот... Сейчас покажу. Вот серенький, то есть вот какой-то, например, темный. Такой. Даже вот смотрите, да, например. Видите, на самом деле вроде бы незаметно в этот серый, который я сейчас использую. Но в общем, но при этом, на самом деле, в целом он как бы внесет свой вклад. Здесь еще всякие, да, например, какие-нибудь. Вот, еще тоже серенькие. Кстати говоря, можно использовать иногда и какие-то цвета, которые, казалось бы, нам здесь совершенно, ну, кажется, на первый взгляд, откуда они здесь, да? То есть у нас вот там вот рыжий кирпич. Я, например, хочу использовать какой-то фиолетовый. Казалось бы, к чему он здесь? Но, тем не менее, когда мы с вами делаем такие вот... переходы, как вот у меня вот здесь, да, то есть в целом получается очень красиво. И, в принципе, совершенно не обязательно использовать вот прям тот цвет, который мы видим. То есть можно использовать маркер другого цвета, это значит то же самое, как, ну, действительно, там взять, например, желтый и синий, да, и получится зеленый цвет. То есть, в принципе, новый цвет из каких-то двух составляющих. Поэтому этот прием тоже можно использовать. Здесь, конечно, только важно подобрать подходящий оттенок серого. Так. Сейчас я ненадолго, так сказать, замолчу, да, чтобы просто мне тоже сделать. Вы можете пока следить за тем, что я делаю. Заметьте, да, я постоянно открываю, закрываю маркеры, да, потому что, ну, их достаточно много, и нужно обязательно постоянно смотреть,
как бы какой марк. То есть даже если вы, я к тому хочу сказать, да, что даже если вы выбрали себе цвета, вот какие-то, я буду этим, 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 все равно в процессе, да, рисунка постоянно нужно смотреть, вот именно, вот сейчас подойдет ли мне именно этот цвет, а может быть он уже мне и не нужен, может быть он мне уже не подходит. Да, то есть, во-первых, я делаю не один в один, да, там тут кирпичи такие-то более вытянуты, я делаю, у меня зарисовка, да, я делаю так, как мне удобно, да, придаю фактуру таким образом, как мне приятнее. Вот, а теперь, смотрите, мы сейчас с вами сделаем, смотрите, очень, во-первых, сейчас вот эту стенку будем делать, и заодно сейчас, пока кажется, вот немножко неаккуратно выглядит, да, вот что-то здесь как-то неровно, тут что-то как-то не очень, но это на самом деле вполне можно исправить, если мы сейчас с вами аккуратно затемним, все будет смотреться хорошо. Кстати, по поводу того, если нам надо сейчас, смотрите, сделать какие-то вот ровные линии, вы вполне можете использовать для этого линейку. То есть никто нам не может запретить использовать линейку. Да, обязательно. То есть почему нет, да? То есть мы берем с вами, вот, например, сейчас найду цвет. И даже если... Да, то есть берем, да, прикладываем. И смотрите, как просто прекрасно. Сейчас вот еще какой-нибудь потемнее возьму. Еще разочек. И вот видите, да, то есть у нас здесь было неровно, стало ровно. И совершенно по-другому смотрится. Можно еще разок пройтись. Кстати, еще такой момент. Если маркеры вот чем еще очень хороши, спиртовые, да, что они, если несколько слоев сделать одного и того же цвета, он немножко затемнится. То есть не будет принципиальный переход, но будет красивый такой плавный переход. Очень здорово это на самом деле можно использовать. Вот как я сейчас. То есть по чуть-чуть, но тем не менее смотрится очень здорово. Так, теперь надо вот еще вот этот кусочек сделать. Смотрите, да, какие-то куски, которые нам надо просто вот, ну, как бы нам надо его закрасить. Ну, вот здесь, смотрите, здесь у нас кусок в тени. Да, вот этот кусок стены. На самом деле, он, какие-то теневые части, они не столь важны, потому что мы на самом деле плохо видим, что находится в тени. Мы хорошо видим то, что находится на свету. Поэтому, если у нас что-то в тени, мы можем совершенно спокойно там как-то достаточно хаотично закрасить. Важно, чтобы переход у вас был четкий. То есть вот этот момент, он вот как и здесь, он должен быть достаточно четким. А здесь внутри, в принципе, всякое разное можно сделать. То есть это, в общем-то, даже с одной стороны, смотрится здорово, когда здесь у вас такой вот какая-то легкая каша, а она как бы при переходе получается четко. Вот. А можно, например, взять и вот эту линию немножко так как-то разбить, чтобы показать, что наши кирпичи, да, то есть они какие-то немножко неровные. Так, у нас сейчас есть еще вот эта линия тоже. Можно ее как-нибудь сделать. Thank you.
Вот, мне сейчас немножко неудобно, потому что я не смогу принципиально подвинуть рисунок. Но вот, например, если возникает такая ситуация, где вот нужно провести какой-то линию, советую перевернуть лист, да, делать так вот, как удобнее. Сейчас вот я тоже его, наверное, вытащу. То есть вот, да, переворачиваем, потому что не всегда удобно вести рукой какую-то линию. Можно сразу, начали делать окошко, можно сразу сделать окошко. Смотрите, вот у нас тоже очень здорово, да, вот у нас вот есть, например, вот эти балки. Очень классно, то есть тоже можно для них прям сразу использовать, вот у нас есть, да, вот если вдруг попадает, да, вот, давайте посмотрим, да. А что, хорошая толщина, очень даже подходит, почему бы сразу не использовать. Можно прям сразу даже сюда же добавить другого цвета. Смотрите, да, что я делаю? То есть я использую, да, и разные цвета, и разные наконечники, и все как бы по сути в одной какой-то штучке. Кстати, вот тоже золото, например, смотрите, оно имеет ведь, по сути, несколько граней, и можно использовать его и вот так, да, и какой-то, делать совсем тонкую, да, какую-то косую линию, то есть, да, по-разному. Очень советую попробовать, действительно, все это можно использовать в рисунке. Вот, кстати, смотрите, да, например, совершенно не обязательно. Вот. Я что хочу сказать, что когда мы рисуем с вами интерьер, достаточно важно не столько прям сделать реалистично, вот чтобы было один в один, да, потому что, ну, это можно, но это очень сложно сделать, да, потребуется время. В зарисовке гораздо важнее использовать какие-то приемы, да, что вот как-то эффектно получилось. То есть, если даже, например, смотрите, я что хочу сказать. Вот, во-первых, да, я использовал здесь вот как бы, ну, как бы одна рама, у меня другая. Мне так больше нравится, да, то есть если у нас нет задачи сделать фотокопию, да, и прям вот показать кафе, как оно есть, да, то почему бы не использовать как удобнее? Или, например, вот я здесь веду линии, да, вот мне нравится то, что они вот так здесь у меня красиво заканчиваются. Если мы посмотрим сюда, видно, что здесь они достаточно темные, да, вот сами вот эти рамы, у меня они посветлее получились. Ну, мне опять же, мне так нравится, да, то есть если это как бы, ну, если у вас нет вот прям четкой задумки сделать один в один, то вполне гораздо, как сказать, лучше сделать просто красиво, чем пытаться сделать реалистично, и при этом в итоге, как бы, ну, чтобы получилось как-то грязно и неинтересно. Поэтому смотрите обязательно, ну, вот, какую задачу художественную вы себе ставите.
Так, двигаемся дальше. Я вот хочу на самом деле очень сделать, вот эту стенку, да, и пол. Хочу вам показать. Так, начнем вот можно вот эту стенку. Так, опять же, нам тоже на нее надо найти цвета. Можно ее сделать, например, таким более декоративным способом. Вот если присмотреться, опять же, видно, что она, ну, из таких, как бы, из больших таких досок состоит. Можно, в принципе, найти, можно, опять же, сделать вот так же разными цветами, как вот здесь сделать. В принципе, можно так. Но можно постараться даже каждую доску, по сути, немножко отдельно сделать. Только нам для этого надо с вами много цветов найти. Ну, можем попробовать сейчас какую-то цветовую. Опять же, нужно определиться какой-то цветовой гаммы, как мы хотим, хотя бы примерно, вот, да, какое-то коричневатое, да, оно какое-то здесь немножко с чем-то, может быть, да, серым, да, чуть-чуть какого-то красноватого. То есть, опять же, именно решим для себя, какие именно будут цвета. Может, мы вообще хотим сделать ее совершенно по-другому. Так, смотрим, что у меня есть. Опять же, повторюсь, серый всегда хорошо. Очень вам советую иметь много серых. Это прекрасная вещь. Так. В принципе, я вот даже думаю для себя, я сделаю вот так. Вот сейчас так. Еще серенький. Так, что уже мне здесь нравится, что у меня получилось. Так, значит, есть один серый, еще один. Вот есть вот такой цвет, мне очень нравится. Тоже похожий. Вот даже, например, если я возьму эти, можно... Смотрите, если у нас здесь вот такая достаточно, видите, темная, да, в общем-то, плоскость, можно начать с того, что сделаем просто сейчас вот каким-то серым, зальем просто эту поверхность. Вот так же, смотрите, как было вот здесь у меня показано, помните, да? То есть вначале был просто какой-то перелив цветов, а потом сверху мы делали на нем еще фактуру. Я предлагаю сделать примерно так, то есть начать в любом случае залить сначала серым, чтобы как-то, ну, для себя представлять, как выглядит эта стенка. Вот, кстати, здесь, смотрите, могу еще такой момент вам показать, очень классно можно. Смотрите, у меня здесь вот, вот стена, и вот у меня, вот, например, да, вот здесь идет эта лестница. Я хочу как-то вот четко выделить эту лестницу. Как я могу сделать? А для этого я могу использовать скотч. Смотрите, замечательная совершенно штука. Только надо ей... Вы найдите себе, если будете... На самом деле прием очень классный, очень здорово работает. Но здесь важно, чтобы, ну, чтобы не прилипло это сильно, да? Поэтому можно постараться... Ну, как бы, да, их разные есть скотчи, да, разные совершенно фирмы. Вот, можно найти себе подходящий. Что я делаю? Смотрите, я могу... Сейчас беру, там, где у меня лестница. А теперь я беру и спокойно закрашиваю серым. Да, могу даже, кстати, по линейке это делать, чтобы было красиво. Можно даже, раз уж так хорошо. Смотрите, сейчас пока не... Ну, во-первых, смотрите, как красиво получается по линейке. Могу в процессе сейчас сразу добавить еще других цветов.
здесь нам не страшно, у нас сцена темная, мы можем сделать с ней все, что хотим. То есть было бы светлое, было бы опасно. А с темной можно экспериментировать. Кстати, тоже очень советую, ну, как бы, надо же как-то тренироваться. Давай, может быть, какого-нибудь другого цвета. Кстати, оно достаточно светло получается, поэтому сейчас еще затемним. И вот видите, еще этот кусочек остался. Надо, вот смотрите, если получилась такая ситуация, вот видите, мы сделали, у нас остался вот этот вот прунжик. Он на самом деле очень важен, он очень бросается в глаза, потому что если посмотрим здесь, здесь у нас нет такого промежутка. Видите, здесь стена, и оно все темное. Это важно. Если так получилось, всякое может быть. Надо как-то его убрать. То есть, поэтому берем тоже какой-то темный маркер и закрашиваем. Вот, обязательно, чтобы у нас с вами в итоге получилось вот это цельное темное пятно. Очень советую, кстати, можно, если кто-то знает, можно, например, прищуриваться, очень здорово это помогает, то есть сразу фокусируйтесь и видите, что происходит. Собственно, например, у меня вот готово как бы некое такое основание, да? А теперь вот важно только аккуратно вот это снять, что может прилипнуть очень сильно. Но даже если так, в принципе, все равно. Ничего страшного. Вот у меня даже все в порядке. Вот, а теперь смотрите, я даже сейчас уберу здесь специальный карандаш. Смотрите, как классно получилось. Совершенно четкий. Я могу здесь оставить белое. Может, у меня здесь белая, там, не знаю, какая-то мебель будет стоять, да? Прекрасный, четкий переход, без линий, без ничего. Это очень классный прием, очень здорово смотрится, если мы делаем без обводки, а вот сразу просто цветом. Его даже прям так можно оставить. Смотрим дальше. Смотрите, даже мне вот уже нравится стенка. Видите, она получилась такая немножко зацветная. За счет прямых линий получилась некая фактура. Дальше, если я хочу, например, более детально сделать вот какие-то сами дощечки, я опять же могу использовать для этого кисточку. Да? Но даже пока сейчас я это делать не буду, я двинусь дальше. Так, что у нас здесь сейчас с вами важно? У нас с вами пол. Вот, кстати, насчет пола можно использовать еще один хороший прием. Пока я постараюсь, здесь, конечно, достаточно сложно, это пятно. Но в чем здесь смысл? То, что пол у нас с вами достаточно темный, но вот здесь вот эта светлая часть, вот. Вот она такая, как нам ее сделать? Для этого мы с вами, во-первых, можем использовать, то есть, также постепенно закрашивать, то есть, где мы будем больше закрашивать, там будет темнее. И можно сделать, еще использовать, например, блендер. Сейчас мы попробуем так и так. Ну, вот, кстати, вот в таких ситуациях, на самом деле, тут совершенно не обязательно начинать вот с чего-то свет. Можно, конечно, в принципе, да, начать вот с этого светлого кусочка, найти, какого он будет цвета. Вот давайте найдем. Так. Какой бы нам сделать цвет? Вот можно светло-серенький взять.
такой, например. Так, и найти обязательно для темной, то есть вот этой темной части. Смотрите, да, вначале берем просто вот это вот этот относительно светлый кусок, мы его как бы закрашиваем просто, да, совершенно как бы не смотрим, особенно на края, да, то есть, ну, пошли. И смотрите, я что сейчас делаю, да, я сейчас буду красить просто сплошь всю поверхность. То есть у нас же здесь столы есть, да, как бы, то есть вариант сделать это, сразу оставлять места, да, но это... В данном случае, ну, и тяжело, и ну, я так делать не хочу, да, то есть для этого нужно использовать тогда какой-то такой более совсем скетчевый рисунок, то есть достаточно тяжело, представляете, вот оставить здесь вот эти вот, прорисовать вот здесь вот этот пол, да, оставить место для стула, то есть это очень технически тяжело будет сделать. Гораздо удобнее сделать, вначале сделать пол, потом сверху, например, взять более темный цвет и спокойно, аккуратно прорисовать стулья, это гораздо будет более стильно смотреться, поэтому я сейчас занимаюсь полом так, как будто бы у меня здесь ничего не стоит. Видите, пока как просто, да, пятно делаем. Так. Кстати, тут сейчас, да, я буду делать, по сути, такой же переход, как мы делали с вами вот здесь. Поэтому мне нужно обязательно накладывать много слоев маркера, чтобы все это вот такое было мокрое. Очень советую, потому что если вы будете, вот смотрите, это сейчас делать, если вы провели просто маркером, ну, как бы и все. Будет очень резкий переход. Поэтому надо сейчас постараться сделать такой действительно, ну, вот очень будет похоже на то, как если бы мы красками с вами рисовали, да, то есть просто вот размазать, потому что иначе, ну, как, нам надо сделать плавный переход, да, чтобы оно вот так... Вот видите, да, здесь такой нет четкого перехода света, да, плавно, да, нужно сделать этот плавный переход. Поэтому сейчас придется вот как-то очень достаточно быстро это делать, и не забывайте обязательно много-много слоев. Маркеры вообще спиртовые, они очень любят, когда много слоев. То есть вот если, например, акварель не любит этого, да, то маркеры, они очень как бы, наоборот, это на пользу идет. Так, поэтому я сейчас, опять же, не буду пока комментировать, просто нарисуем.
Ну вот, например, да, если обратили внимание, мне пришлось достаточно много каких-то хаотических движений делать. Но, к сожалению, да, вот если мы хотим создать какую-то вот такую форму, да, то есть, вот смотрите, вот здесь мы делали с вами четко, да, вот прям по линейке, то здесь часто бывает, ну, как бы приходится вот так вот размазывать. Зато сейчас он подсохнет, и видите, да, то есть у нас получилось достаточно светлое пятно такое, но, конечно, не идеально, да, то есть у меня не то, что прям все совсем прям получилось, ну, совсем плавный переход. Но мне, в принципе, не хотелось, да, то есть мне вот хотелось так сделать. Все равно смотрится хорошо, то есть меня вполне устраивает. Так, пока у нас подсыхает, мы с вами, смотрите, что можно сделать. У нас еще есть вот эта стенка и есть столы. Вот со столами можно классно как сделать. На столах можно показать какую-нибудь такую вот фактуру вот для использования вот такого плана, где мы можем использовать с вами просто линии. Для этого, кстати, вот смотрите, у нас же с вами есть, опять же, столы, они светлые, да? И есть вот эта вот, там вот эта стенка, она темная. Поэтому мы можем сейчас расслабиться. Вот точно так же, как здесь. Спокойно я сейчас сделаю фактуру на столах. Если у меня маркеры залезут куда-то, пределы. Я потом закрашу темным. Поэтому сейчас я выберу себе красивый какой, не знаю, цвет, вот я хочу для столов. Теперь смотрите еще раз, уж мы, ну, как бы вот, какой, например, взять мне цвет для столов. То есть тут сложно сказать, да, тут просто все светло и непонятно. Поэтому ориентируемся на те цвета, которые у нас уже были использованы. То есть, например, посмотрите здесь, как много у меня цветов, да, какой-то такой оранжевый, желтый. Поэтому удобно использовать вот один из этих цветов, каких-то светлых, сюда же. Будет достаточно гармонично смотреться. Лучше, чем если будем искать какой-то совсем посторонний цвет. Так, можно, в принципе, даже какой-нибудь... Вот, например, даже желтенький. Теперь я беру. И, например, вот как-нибудь так. Как? А вот так, например. Смотрите, тут вот такая разная бывает ситуация. То есть в зависимости от того, какая бывает и фактура, и как мы хотим сделать, да, нужно смотреть по ситуации. Еще стол один остался. Кстати, когда используете вот какую-то фактуру, например, на каком-то вот, вот у нас несколько столов, да, мы решили на них использовать какую-то фактуру. Обязательно используйте вот эти вот, ну, как бы маркером вели на одном столе, так старайтесь вести на всех, потому что если будете там один стол расскажете так, второй там так, они будут смотреться странно. То есть, если уж выбрали, да, какой-то предмет. Так, вот теперь что могу еще, может быть, добавить? Я пока ничего не буду добавлять больше, оставлю так. Вот мне, положим, да, как-то пока не очень понятно, что здесь такое. Если я сейчас здесь аккуратненько закрашу все это темным. Так, у нас, кстати, есть еще боковая часть стола с вами. Вот можно тоже ее... Так, вот, кстати, тоже хороший момент, смотрите, по поводу вида блов, но я думаю, понимаете, о чем я говорю. Вот это боковая поверхность стола, и она, причем, видите, так получается, то есть она здесь посветлее, здесь она потемнее, ну, потому что стол, да, круглый, да, и она заворачивается. Тоже можно очень красиво, на самом деле, сделать. Можно тоже потратить на это какое-то время.
Вот, видите, да, немножко затемняем. И теперь закрашиваем вот эту вот часть, которая у нас под столом. Причем ее тоже можно закрасить вот как вот здесь примерно, так достаточно вот, хаотично. То есть, смотрите, да, то есть мы иногда, если мы хотим сделать именно вот какую-то четкую фактуру, мы делаем по линейке. Если же мы хотим сделать вот, хочу здесь какое-то темное пятно, но я не хочу, чтобы оно бросалось нам в глаза, да, я хочу просто, чтобы было не видно ничего, то лучше действовать наоборот, вот так вот хаотично водить маркер, тогда он, сейчас покажу, тогда он не будет оставлять таких вот ярких каких-то цветов. Сейчас так. Во-первых, но в любом случае, да, то есть нам, смотрите, здесь сложная форма, нам надо как-то ее аккуратно вести. Поэтому спокойно обводим, то есть вот обводим аккуратно, потихонечку, как если бы закрашивали с вами просто, да. Здесь у нас обязательно аккуратненько вот здесь смотрим, где у нас стол с вами заканчивается. То есть, может быть, берем тонкий наконечник, да, если я чувствую, что мне нужно как-то аккуратно сделать. То есть, заметьте, да, я уже не делаю чего-то по линейке, да, я вот закрашиваю ровно так, как мне просто надо это закрасить. Дальше, в принципе, тоже на самом деле вот так просто не отрываясь. Очень важно не отрывать руку, тогда пока вот маркер не подсох, еще он размажется. Все будет нормально. Постепенно можно добавить какие-то цвета потемнее. Вот, как видите, кстати, да, достаточно вот возникает определенная проблема именно с тоном, не с цветом. Обратите внимание, да, я часто говорю именно про тон, что потемнее, посветлее, потому что это правда очень важно в интерьерах. Если просто делать разноцветную картинку, она будет декоративна, но она не, ну, будет очень-очень-очень декоративна, не будет вот этого живого ощущения. Но, заметьте, в процессе можно, да, подправить и какие-то другие части. Вот, а теперь вы знаете, как классно, да? Мы убрали вот это все, что нам мешало. У нас получились яркие, вот, собственно, да, светлые участки со столами. Здесь мы затемнили. И очень, как бы, очень эффектно хорошо. А теперь, если нам
понадобится, мы, например, можем... Вот сейчас чуть-чуть побольше, сейчас еще сделаю вот эту часть. Быстренько. Так. Вот иногда, смотрите, когда можно показать какие-то вот... Например, тот же подоконник, да, нам надо вот, как мы делали вот здесь, показать, ну, что вот подчеркнуть поверхность, да, на которой вот это все находится. Очень полезно делать это именно по линейке, то есть вот здесь мы размазывали, ну, так, просто чтобы, да. А вот тут, например, хочется сделать как-то по линейке, чтобы было более аккуратно. Например, тоже, кстати, вот можно взять, использовать, не обращать внимания на подушки. А подушки сделать просто более каким-то темным цветом. Вот, кстати. Смотрите, если мы провели вот так четко, да, прям так, хорошая, красивая линия. А подушки, они же мятые, да, они же такие неровные. Мы можем использовать, во-первых, для вот этого. Кстати, мы можем с вами использовать как раз-таки кисточки. Сейчас только найду цвет подходящий. Так, на самом деле, очень хорошая вещь. Сейчас покажу, насколько классно. То есть вот мы взяли, да, с вами вот маркер с золота, провели прямые линии. А теперь, когда мы хотим взять измятую поверхность, можем использовать... Раз таки. Другой. Так. Сейчас я чуть-чуть просто хочу найти цвет какой-нибудь симпатичный. Ну, вот, например, даже, да. Вот, и сейчас еще руку. То есть я беру и. Вот так вот, в совершенно свободном режиме, видите, да, по-разному. Смотрите, да, то есть мы кисточкой можем сделать с вами, да, подчеркнуть какие-то вот тени такие небольшие, мягенькие. Вот, то есть, видите, совершенно для другого дела, то есть очень приятно, вообще очень приятно работать. То есть берешь, вводишь, вот действительно как кисточка и какая-то мягкая форма, потому что таким вот, да, маркером у нас бы с вами не получилось сделать. У нас бы такая подушка, вот как кирпич бы получилась. А если мы хотим мягенько, сейчас еще чуть-чуть хочу добавить теней. Вот, и опять же, а на поверхности на прямой можно сразу переключиться и сделать другим маркером. Так. Теперь что? Так, во-первых, ага, у нас еще осталась лестница. Сейчас мы давайте с вами ее быстренько-быстренько сделаем. Возьмем какой-нибудь. Тот же серенький. Кстати, вот насчет, смотрите, да, можно использовать, да, какие-то вот участки, которые, ну, как сказать, нам не очень важны. Да, то есть можно даже, смотрите, в таком совсем скетчевом варианте. Красиво же, да, просто, то есть мы провели линии, да, мы видим, что это лестница, но она как бы не очень нужна. То есть я, если я прохочу, сделать себе центр вот здесь. Вот мне нравятся эти подушечки. Я хочу, чтобы вот они были такие красивые. Лестница мне не очень нужна. Я ее делаю так быстренько. И никто на нее особенно внимания не обращает. Так, вот, кстати. Смотрите, здесь тоже у нас остался кусок еще. Можно его тоже очень прикольно сделать. Не, даже не так, как вот здесь сделано у меня на фотографии.
Ну, хотя, кстати, можно здесь тоже, если посмотреть, здесь такое, ну, видимо, тоже стекло, наверное, имеется в виду. Мы тоже можем так сделать. У нас здесь остался белый кусок, смотрите. У нас, по сути, получается здесь вот, да, ну, стекло, за ним находится вот эта вот часть. Мы можем вот сейчас как классно сделать. Да, то есть мы можем вот это наше оставшееся белое, да, использовать, показать, да, ну, что мы просвечиваем через стекло. Выделить какие-то четкие участки либо линейки. Кстати, здесь же, смотрите, мы с вами заодно, сейчас еще чуть-чуть, мы с вами можем вот как раз-таки использовать белый. Не сохла краска, пока мы с вами рисовали. Сейчас надо ее немножко привести в порядок. Вот, осветляем. Можно на самом деле тут, вот, если нам хочется, да, добавить прям совсем чего-то такого яркого, мало ли. Очень классно выглядят какие-то части вот светлые на темную. То есть у нас вот здесь есть, ну, в общем-то, темный этот участок. Если мы сейчас здесь что-нибудь, ну, вот такое, да, вот я сейчас даже, так сказать, просто специально сделал, да, а те штуки будут, значит, будут очень выделяться. Очень тоже можно здорово это использовать. Не обязательно со стеклом, просто, в принципе, да, какие-то светлые кусочки. Ярче сделать. Вот, сейчас посохнет. Мы на самом деле можем, кстати, потом, если нам что-то не нравится, можем и сверху положить еще маркер. В принципе, очень тоже интересно, кстати, получится. Можете попробовать потом, если хотите. Очень здорово, после того, как мы положили белую краску, маркер, он сверху кладется, он становится немножко светлее, очень красиво получается. То есть тоже можно использовать. Вот, а я сейчас хочу у нас с вами уже... Время заканчивается. Я хочу по поводу вот этого сказать. Да? Сейчас стулья уже не буду делать, положим, оставим столы. Да? Вот мы вот это все сделали. Теперь я хочу сделать ножки. Я беру действительно какой-то, может быть, даже можно темный маркер, можно даже линер взять. Тут в зависимости от, как бы, от ситуации. Ну, наверное, лучше действительно взять маркер.
кусок найдем потемнее, такой, чтобы он выделялся. Вот. И вот, ну, я просто, да, сейчас так, примерно. Я к тому скажу, да, смотрите, как здорово получается. Мы вначале сделали одно, потом взяли сверху аккуратненько, да, и графично, во-первых, очень здорово графично получается. Во-вторых, нам это не помешало сделать нормально пол и стены, да, чем если мы закрашивали промежутки между. И, в принципе, очень здорово, удобно и технически удобно, когда вы делаете так поэтапно, да, и оно получается и визуально эффектнее. Можно еще, например, добавить, да, вот даже сюда чего-то такого. Собственно говоря, вот смотрите, я сейчас предлагаю на этом остановиться, да, и хочу еще просто детальные такие моменты по поводу использования как раз-таки линера, да, каких-то контуров. Тут есть несколько вариантов. Во-первых, можно либо, вот у нас, смотрите, сейчас мы рисунок, по сути, без контуров, да, то есть просто цветом мы сделали, да, можно добавить контур, можно изначально сделать все с контуром, можно контур добавить кое-где, вот, например, как у нас сейчас, да, вот, например, хочу, вот, то есть можно, например, контуром выделить какие-то значимые для нас части, да. Вот, например, те же столы. Например, вот эту как раз штуку. Не знаю, что у меня здесь получилось, но это не столь важно. Да, как, мало ли, какой может быть дизайн. Вот опять же, можно как по линейке это делать, если нам надо, например, вот что-то четко, например, вот подчеркнуть. Ну, что может такое? Ну, вот, например, даже на лестнице, например, да, какие-то. То есть можно добавить какие-то, вот смотрите, например, какие-то конструктивные элементы. Вот. То есть, например, так, там какую-нибудь толщину показать. Да, может быть, действительно, какой-то. Какое-то вот такое деление. Да, то есть, видите, именно в самом-самом конце, да, не в начале мы это делали, а именно в конце, потому что в зависимости от того, как мы нарисовали, нам уже будет удобнее делать это, то, как это действительно именно детальки, чем делать это в начале. Не знаю, может быть, я хочу, например, не знаю, вот, во-первых, можно даже, вот, не знаю, например, на подушках, например, что-нибудь сделать такое. Во-первых, можно тоже взять, выделить их контуры. Можно, не знаю, например, да, какую-то, там, не знаю, на них даже нарисовать какую-то фактуру. То есть, видите, да, то есть использовать вот именно как бы какие-то линеры очень классно в самом конце добавить какие-то вот такие изюминки. Можно, например, да, добавить какие-то крепления для окна, например. Можно точно так же выделить кое-где раму. Можно даже сделать, например, смотрите, можно использовать
линия для того, чтобы сделать штриховку. Вот, например, я хочу, например, вот показать какую-то вот фактуру вот на раме. Да, я могу взять и, да, можно даже, в принципе, от руки это сделать. Вот, видно плохо, но я вам, вот, надеюсь, немножко все-таки видно, да, чуть-чуть. Вот. Понятно, что вживую, конечно, это будет заметнее. Вот, тоже очень классно. То есть можно использовать, да, какие-то, может быть, на подушках, например, тоже использовать какую-то штриховочку. Но заметьте, именно в конце, не в начале. То есть не рисовать в начале это все, а потом закрашивать, а в начале сделать цветом, а уже потом добавлять какие-то штуки. Во-первых, потому что они совершенно такие нюансные, они не меняют сути, да. И очень важно еще здесь, смотрите, я сейчас просто, конечно, вам показываю как бы в целом просто разные варианты, да, как бы в одной работе. Но, по сути, очень важно, если будете делать вот такие вот окончания, они, правда, здесь красиво смотрятся, но не переборщить с ними важно. То есть, если начать вдруг в какой-то цельной работе, если вот видите, что у вас красиво получилось цветом, вам нравится, да, гармонично, то лучше оставьте работу как есть. То есть, не стоит добавлять вот эти линии просто из-за того, что они должны быть, да, потому что они действительно могут испортить, вам можно выделить какой-то кусок, совершенно он будет неуместен, неплохо от этого получится. Вот, и последний еще момент. Кирпичики. Мне же надо их сделать. Они, конечно, красиво получились, но я хочу добавить немножко еще все-таки сюда белого. Буквально чуть-чуть. Конечно, вот сюда бы идеально тоже, в принципе, подошла бы какая-то белая ручка. А можно использовать, кстати говоря, и такую вещь. Смотрите, есть еще вот такие вот. Ну, по сути, собственно говоря, можно использовать как фломастеры, так и вот такого рода ручки, да, они бывают разных цветов. Вот они, да. Как раз очень удобно использовать именно для этого. То есть, например, вот я хочу те же кирпичики выделить, я могу выделить их как белым, так и, например, взять вот у меня серая ручка. Я беру. Смотрите, во-первых, уже, смотрите, получилось, да? Можно буквально, тут можно даже от руки сделать. То есть она, видите, не дает, то есть здесь у нас черная линия совсем яркая, да, а она серенькая, она не такая яркая, она не так бросается в глаза. Но при этом я могу действительно взять, да, деликатно, и вот как какие-то кирпичики подчеркнуть таким образом. То есть, в принципе, да, смотрите, думаю, вот мы с вами на этом закончим. Вот, хотелось показать вам действительно разные приемы. Вот, и повторюсь, да, что мы с вами для этого использовали. Так, в первую очередь, конечно, мы с вами использовали скетч-маркеры, да, двух видов, то есть такие, которые с золота, да, вот, и скетч-маркер, который браш, который вот с такой вот кисточкой, да, вот она. То есть два вот этих типа, да, кроме того, мы с вами использовали линер. Использую еще вот какие-то различные, да, кисточки, ну, ручки, да, другие, то есть какие-то еще материалы. Ну и, да, дополнительно краску, но это уже, смотрите, да, как бы. Вот, но в первую очередь вот эти материалы, ну и, конечно, куда же без карандаша. Вот, так что спасибо всем за внимание, надеюсь, было интересно. Если есть вопросы, задавайте. До свидания.